Бедняжка совсем перепачкалась, но это можно исправить. Вау! Она превратилась в настоящую девочку. Привет. Где я? Привет. Твое лицо. Вот, посмотри. Нужно срочно привести тебя в порядок. Уберем весь этот мусор. Сколько здесь всего? Паук! Фух! А теперь попробую расчесать. Это будет нелегко. Получилось? Да. А теперь приведем в порядок лицо. Ты выглядишь великолепно. Спасибо, мама. Глупая затея. Что это? Ценник? Тебя ждет сюрприз. Пойдем. Не успел. Добро пожаловать в твою новую комнату. Правда, здесь давно не убирали. Не проблема. Милый комбинезон. Для тебя тоже найдется. Какой стильный. Спасибо. И для тебя. Нет, спасибо. Ладно, за работу. Я с вами. Избавимся от всего лишнего. Цветок вот сюда. Аккуратно выносим. Это каталог аксессуаров для Барби. И мне нравится этот интерьер. Хочу такую комнату. Боюсь, нам это не по карману. Этих денег не хватит. Я знаю, что делать. Держи. Куда это она? Не знаю, но журнал интересный. Мой чемодан остался где-то здесь. Нашла. Что я вижу? Наша Барби и цена 100 тысяч. Невероятно, мы богаты. Ты что такое говоришь? Мы не станем ее продавать. И как тебе такое в голову пришло? Мы богаты. Прекрати. Не позволю, отдай журнал. Привет, привет, детка. Я нашла свой чемодан. Игрушечный чемодан, так мило. Это просто смешно. Подождите и сами увидите. Вау, вау. Здесь собрано все, что я люблю. Маленькие и большие безделушки. Фотографии. Какие душистые цветы. И мой любимый надувной круг. Фух, я устала. Пора спать. Барби спит, все идет по плану. Магазин игрушек, мы на месте. Приветствую, чем могу помочь? Хочу продать Барби, она настоящее сокровище. Это все, что у меня есть? Этого мало. Где я? Упс, в магазине игрушек. Нравится сумочка? Очень. Дорогая. А кто будет платить? Это все мои деньги. Мне не нужна эта сумочка, спасибо. Мы уходим, поехали. Это была плохая идея. А можно мне покататься в тележке еще немного? Конечно. Это так весело. Какая идиллия. И правда весело. Разбитая ваза – это к счастью. О, детка, вау! Ты становишься все красивее, а я? Мама, я тобой займусь. Это уберем. И снимем очки. Доверься мне, я знаю, что делать. Ладно. Приведем в порядок волосы. Немного макияжа не повредит. Ну вот, готово. Спасибо, детка. Мне очень нравится. Кто это? Привет, дорогой. А где твоя мама? А вот же она, папа. И тебе стоит обновить наряд. Ну уж нет. Примерь.
Ладно, уговорили. Ты выглядишь великолепно. Галстуки – это не мое. Вот так получше. Ты моя радость. Смотрите, кого я привез. Вау, это Кен. Какой он красивый. Моя девочка нашла свою любовь. Привет. Барби, это тебе. А деньги? Вот. Что? Хотел продать нашу дочь? Не выйдет. А ты возвращайся в свою коробку. И вон отсюда. Пока. Позвони мне. Пока. Не вышло. Как ты мог? Вон! Рубашка. Журнал. И все мои сбережения. Ничего не забыл. Все, пора. Ты куда собрался? Я уезжаю. А что в чемодане? Не скажу. Говори сейчас же. Ладно. Вот, игрушечная рука. Что? И нога. Немедленно собери Барби или пожалеешь. Я все понял, уже собираю. Безобразие. О чем он думал? Готово. Не сердись. Привет, моя девочка. Пару последних штрихов и... Ай! Что это? Инструменты? Какие скучные. Идея. Добавлю им яркости. Розовый никогда не выходит из моды. Готово. С такими инструментами никогда не соскучишься. Уверена, папе понравится. А где моя отвертка? Не понимаю, куда пропали инструменты? О, вот и они. А, розовый! Это просто издевательство. Даже молоток не пощадили. Тихо, спокойно. Я все равно починю этот стул. Сделано. Ужин готов. Больше продуктов не осталось. Придумала. Мама и папа заслужили ужин повкуснее. Пирожные и сладости на любой вкус. А скучные сэндвичи отменяются. Готово. Приятного аппетита. Вау, какая роскошь. Спасибо, детка. Попробуй. Чашечку чаю? Объеденье. Спасибо. Я рада, что вам понравилось. Пыль долой. Любимое колечко Барби. А где сама Барби? Барби! Барби! Ты здесь? Она пропала. Что случилось? Ты виноват, что она исчезла. Что? Я просто причесывался. Это ее щетка. О, горе. Привет. Детка, ты вернулась. Твое кольцо. Спасибо. Наконец-то они ушли. Пора осуществить мой план. Продается Барби. Лимитированный выпуск. Привет, папа. Давай я помогу. Вот так? Это еще что такое, Эд? Ты снова за свое. Прекрати немедленно, чтобы я больше никогда не видела эти листовки. Я все понял. Идея. Сожжем их дотла. Наконец-то. А у меня как раз есть маршмеллоу. Хватит на всех. Как это мило. Спасибо, детка. Очень вкусно. Пора домой. Что? И кто придумывает эти сплетни? Фух, я устал. Я открою. Лучше я. Отдыхай. Это плохо. Кто это? Добрый день. Приветствую, я пришел за Барби. Нет, это ошибка. Деньги не проблема. О, нет. Плачу двойную цену. Я должна отказаться. Барби не продается.
Ого, сколько денег. Прошу, проходите. А вот и Барби. Детка, иди сюда. Как только я увидел это объявление, я все понял. Ага. Ну что? Как ты смеешь? Это конец. Наша девочка. Наша девочка? И правда, нам было так весело вместе. Я передумал, Барби не продается. Забирайте деньги и на выход. Ура, мы снова вместе. И мы снова на мели. И как я раньше не догадалась, конкурс красоты. Я выиграю первый приз. Отличная идея. Обожаю конкурсы. Ролики для твоего номера готовы? Конечно. А, катастрофа. Колесо отлетело. А? Что делать? Что случилось? Дай колесо мне. Я быстро. Без роликов мне не победить. Я все исправил. С помощью розовых инструментов. Ура! Я поехала. У тебя все получится. Удачи. Я так волнуюсь. О, Барби! Привет, я вернулась и привезла первый приз. Вау! Мы богаты, дорогой. Сколько денег? Это еще не все. Ваша жизнь тоже не будет прежней. Вы достойны быть королем и королевой. Мне это нравится. Детка, добро пожаловать в твою новую комнату. Тебе нравится? Новая кровать! Она ужасна! Ах, не могу смотреть. Папа, подержи. Вот такая кровать мне больше по вкусу. Вау! А может, немного ее украсим? Бриллианты и рубины. Это так по-королевски. Не уверена. Приятного аппетита. Вилка в левой руке, нож в правой. Запомни. Кука. О, обед. Я проголодалась. Нет, дорогая, посмотри. Только не это. Учись держать приборы правильно. Это важно. Ладно. Помогите. Дорогая, потанцуем? С удовольствием, дорогой. Что? И это вы называете танцами? Скукотища. Я предпочитаю танцы посовременнее. Что? Мне нравится. Детка, я с тобой. О, нет, я сдаюсь. Вместе танцевать еще веселее. Спасибо за новый танец, милая. Все, я устал. Вторая корона совсем запылилась. Вот так получше. Усы ей к лицу. Эдвард, прости, дорогая. Привет, красавчик. Отлично выглядишь сегодня. Впрочем, как и всегда. И чем еще заняться? Я забыл покормить собаку. Бейли, кушать! Почему она не отзывается? Где же ты, моя пушистая радость? Что? Это все ты! Что ты сделала с Бейли? Ничего, это томатный сок. Откуда ошейник? Бейли, девочка моя, больше меня так не пугай. Да уж. На этот раз ей не отвертеться.
Дорогая, скорее сюда. Посмотри, с чем наша дочь ходит на занятия. Череп. Именно. Дана. Это не мое. Детка, зачем это тебе? О, это карта мира. Теперь все ясно. Ты умница. Спасибо. А нам нужно поговорить. В колледже я проголодаюсь, и мне пригодится питательный перекус. Вот так лучше. Можно идти. Корона должна блестеть. Я проголодалась. Кто у нас самый красивый песик? Папа. Ку-ку. А? Кто здесь? Ваш заказ. Доставка сюда. А заплатить? Еда. О нет, что ты наделала? Ты в порядке? Вот деньги. Забирайте все. Фух, ну и день. Нужно успокоиться. Картошечка, объеденье. Есть идея. Картошка, кетчуп. И я превратился в короля вампиров. Бум! Это просто смешно. Вот как нужно пугать. Прекрасное утро. Приведу комнату дочки в порядок. О, мне не помешает причесаться. Что тут у нас? Любопытно. И зачем так шуметь? Фен, то, что нужно. Вау, отличная прическа, спасибо. Мама, иди-ка сюда. Тебе бы понравилось просыпаться вот так. Что ты делаешь? Отпусти ее. Дорогой, ты все не так понял? Мы просто играем. Нравится моя новая прическа? Это наша дочь постаралась. Дана, что ты здесь устроила? Зачем так шуметь? Хватит. Минутку, откуда звук? Колонки, все ясно. 5 часов, время чая. Что за шум? Пришло время научить тебя правильной игре на виолончели. Нет, не хочу. Не хочешь играть сама? Смотри, как играют профессионалы. Что здесь происходит? Хватит мучить ребенка. Так и быть, я готова. Если играть, то всем вместе. Ужас, кошмар, катастрофа. Сколько морщин. И ни один крем не помогает. Что мне делать? Не хочу стареть. Мама так расстроена, как же ей помочь? Придумала. А? Упс. Что со мной? Сама посмотри, никаких морщин. Ты навсегда останешься молодой. О, детка, спасибо. Как мило. А, вампир! Хотите, чтобы король стал вампиром? Ставьте лайк. Нет! Получилось. Я вампир? За что? Мой укус в форме сердечка. О, нет. Я не хочу быть вампиром. Но мы никогда не будем стареть. Это прекрасно. Вампиры умеют еще кое-что. Превращаться в летучих мышей. Вау. Вот, это очень просто. И у тебя получится. У меня? Попробую. Нет. О. А, ясно. Ой. Ай. Это просто кетчуп. Залетел в Макдрайв. Налетай. Спасибо. Объеденье. Ты такой смешной. Вот как надо. Неплохо. А ваши наряды нужно обновить. Что? Почему?
Это больше подходит вампирам. Мне нравится. Давно пора было сменить имидж. Привет! Вам нравятся новые образы короля и королевы? Ставьте лайки, если да. У нас тоже есть подарок для тебя. Что это? Корона. Вау! И золотые клыки. Вау! Ну и вид у меня. Тебе нравится подарок? Кажется, не очень. Это все не для меня. Но я знаю, что делать. Вот эта корона в моем стиле. Теперь можно отдохнуть. Детка, ты здесь? Вау! Такая корона нравится нам еще больше. Вам тоже понравилось, я очень рада. Вау! А теперь спать. Если есть корона, можно и на троне посидеть. Пока родители не вернулись. А здесь не очень-то удобно. Тайник. Деньги. Сладости. Корона. А это что? Сертификат об удочерении? О, нет. О, нет. Я не ваша дочь. Детка, постой. Дана, детка. Что это? Прости нас, мы тебя любим. Это правда. Не верю. Я не ваша дочь. Милая, не плачь. А как же сертификат? Дорогой, нет никакого сертификата. Ты всегда была нашей дочерью. Неужели? Тогда мы проведем тест ДНК. Детка, не сейчас. Я боюсь уколов. Папа, оставь ее. У нее вся кровь ушла на анализы. За мной. Ай, поаккуратнее. Милая, не сейчас. Сколько здесь аппетитных колбочек. Как вкусно. Можно вас? Результаты готовы. Неужели? Мама, папа, совпадение стопроцентное. Мы самая настоящая семья. Ну, конечно. Наконец-то. О, Марио, принцесса. Нет, 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 даже не мечтай. Мама! Возвращайся, откуда пришел. Подайте, пожалуйста, мою шляпу. Фу, забирай. О-оу, где это я оказался? И назад мне не вернуться. О-оу. Зубастая Флора. Лучше держаться от нее подальше. Пока-пока, сантехник. О, да, я просто гений. О, пришло сообщение. Посмотрим. Чтобы жениться на принцессе, мне нужно заплатить $1 000 000. Дио мио, каро мио, мартини, ламборгини. Оу, кажется, я только что нашел способ, как стать миллионером. Скоро мы будем вместе, принцесса. Богатство, иди ко мне. И еще. Вау. А вон там целый сейф. Давайте денежки, идите к Марио. Скоро я сыграю свадьбу с принцессой. И мы будем жить вместе долго и счастливо. О да, я такой Супер Марио. Сегодня по прогнозу не было осадков. Доченька, смотри, новая игрушка. Не хочу! Эй, полегче! Ну тогда возьму вкусняшку. Не буду! Зато я буду. Обожаю вкусняшки. Ну, это точно развеет твою грусть. Новенький iPhone! Ну скажи, как тебя развеселить, чтобы ты перестала плакать?
Мне нужен только он! О, эти сладкие муки любви! Прощай, Марио! Что? А? Никакого Марио! Продолжим мою денежную охоту! Ага, думал, что я тебя не замечу? Еще монетка? И еще одна? И еще! Ауч, это было больно! А что это там? А, помогите, мой нос! Хватит! О, нет, я потерял одну жизнь. Лучше убраться отсюда поскорее. Эй, там, в трубе есть кто живой? Нет? Ну что ж, путь свободен. Выпусти меня! Возьми, детка. Спасибо. Выпусти нашу дочь, умоляю. Нет, иначе она сбежит к этому Марио. Какая я несчастная! Оу, мой авторитет пошатнулся. Нужно срочно починить свой трон. Доченька, смотри. Мы сможем взломать решетку этими инструментами. Не получается. Дорогая, не поможешь мне? Конечно. Пап, лучше надень сварочную маску, ага. Это я, ваш любимый король, не пугайтесь. А может, молотком? Давай лучше я, дорогой. Теперь точно получится. Ну, что такое? Почему не выходит? Эй! А что? А ничего. Прекратите тут шуметь. Фух. О, еще монетка. О, какой миленький грибочек. Ты такой славненький. Ну, а кто тут такой маленький, хорошенький пупсичек? Ха-ха, меня зовут Гумба, и я тебя съем. А-а-а, откуда ты такой взялся? Отдай мою шляпу. Хочешь свою шляпу, гони монеты. Тебе нужны деньги? Ладно, я знаю, где деньги. Нет, тут пусто. О, придется достать свои сбережения. А-а, монетка, держи свою шляпу. Какое унижение. Монетка, монетка, монеточка. Эй, иди скорее сюда, грибуля. А это еще кто? Привет! Хочешь купить красивый цветок для своей девушки? О, какая экзотика! Ай, ай, как жжется, больно! Ты сам напросился! Ап, ха-ха, ап, ха-ха, не достанешь, не достанешь! Ап, ай, отпусти! Ладно, забирай монету, зубастый монстр! Остынь, цветок! Отличненько! Что? Он стоил всех моих денег? О, нет! Удачи с твоей принцессой! А, мамочки, какой прикус! Все, ты ушел, зубастый цветок? Окей. Чао. Мои дорогие, начинаем трапезу. Приятного всем аппетита. Мама, передай мне салат. Конечно, дорогая. Стоять, что-то здесь нечисто. Я должен все проверить. Эти овощи только прикрытие. Ага, ключ от камеры, я так и знал. Вы же никогда не любили овощи. О, да, я просто гений. Ах, мамочка. Возьми багет, милая. Ага, хорошо. Стоять! Это подозрительно. Ага, напильник, как ты могла, дорогая? Прости, дорогой. Коварные женщины. О, мой король, ты у меня такой умный. Стоять. Что за начинка в этом сэндвиче? О, да, тайная записка. Я так и думал. Что? Это план побега. Какая наглость. Ну все, дорогая, это была последняя капля. Супер Марио! Еще монетка? А что это за странный панцирь? Эй, как ты работаешь? Выходи, черепашка-ниндзя! Ха, непонятно. Идем дальше. О, еще монетка! О, нет! У меня осталась последняя жизнь! Я буду защищаться! Ладно, ладно, уговорил, я сдаюсь. Только не ешь меня.
мне страшно. Отлично. Король уснул. О, мой любимый Марио, надеюсь, ты получишь это письмо. Мама, прошу, помоги мне. Я все сделаю, детка. Давай мне письмо. Мама не зря ходила на королевский фитнес. Ура! Победа будет моей, папочка! Марио, лови письмо. Эй, что не так? Почему письмо возвращается? Ну хорошо, я лично его доставлю. Святые каблуки, а это еще что, откуда? Привет, Марио. У меня для тебя... Оу, черепаха в канализации, ну и гадость. Мне пора возвращаться обратно. Ура, Боузера больше нет. А это что за письмо? Черепаха хочет со мной встречаться? Уж нет, ни за что на свете. Постойте, это же послание от моей принцессы. Спящий король? Я понял. Я иду к тебе, принцесса. Детка, я вернулась. Расскажи, он получил письмо. Все, получилось. Ура! Тише, не разбуди короля. Я готов отправиться в путь. О, нет, снова этот кусачий цветок. Вот, закуси мою шляпу. А теперь подвези меня наверх, к принцессе. О, моя принцесса! О, мой Марио! Скорее иди ко мне! Я освобожу тебя, любовь моя!